Доброго времени суток, уважаемые подписчики и дорогие гости канала Квант. С вами я, мистер Сану, и с голосом у меня небольшие проблемы, не обращайте внимания. Если чихну, ну, как-то перетерпите. Так, опять чат, только начало, чат уже попер. Что у нас происходит? Левый фланг, друзья. Карта Край Вулканов. Тинитун 4501. Так, знакомцев никаких нету, ничего не вижу. Два эсминца, по одной подводной лодке и остальное. Остальное скальпы для Тинитуна. У нас, бог его знает, ИДП. Ничего не могу сказать, первый раз вижу это название, но слуху нету. Ну, будем надеяться, что хороший отряд окажет посильную помощь. Итак, у нас первые засветы. Тинитун, как обычно, идет вперед. Ему просто пофигу, какие рыбки. Шлифон где-то у нас. Сейчас светанется. Балао. Вот он. Балао. Шлифачок. Красавчик. Импульс. Сбросил. Так нечестно, ты чё, дружище? Двойной импульс. Мне традиционно это нравится. Первый веер мимо. Следующие торпедки. Ну, наверное, все заходят. Три. И еще раз три. Что не может просто не радовать. Шлеп. Опять двойной импульс, 65 секунд. Блин, тут знакомые встретились какие-то, я смотрю. Так, что у нас будет? Что у нас будет с торпедами? Торпеды прямо по курсу. Да, Наполи в порт. Добрал его. Наверное, с 9 торпед. Могу ошибаться. Тинитун по одной лодке в минус. Ситуация как бы такая, не сказать, что хорошая. Тинитуну однозначно хорошо в этот раз помогает команда, но догнать противников им будет очень тяжело. Очень тяжело. Все-таки открыли охоту на подводную лодку. Достала она уже. О, 98 559. Интересно, что получится. Ну, только ленивый на нее не сбросился, а ленивых тут у нас, похоже, нету. Нырнула. Молодец, от торпедки никто, я так понимаю, он ушел. Да, ну тут что творится. Юнянчик.
Но тенетунчику интересен Вован и его подводная лодка Балава. Ё-моё, блядь, какой ужас сыпется. Посмотрите, друзья, на подводную лодку. Вован уже сейчас будет при смерти. Неужели второй импульс будет? Не попал. Опасно, опасно. Отлично. Доел. О, ничего себе. О. А ты какой прекрасный. А, ну давай, 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 давай. Юнянчик, красавчик. На тени туда письку дурочит, ну так же нельзя, блядь. Это просто противопоказано. Конечно, у тебя хорошая лодка, базаров ноль, блядь, но у нас же есть еще коллеги по цеху. Тени тунчик, алло, алло, у тебя проблемы обнаружат как-то. Смотри, что делается. Что делается? 64. Ну-ка, подружище. Посмотрим, что ты нам скажешь, красавчик. 4 торпедки. Критично для тебя или смертельно критично? Смертельно критично. Все, фланг очищен. Благодаря скромным усилиям. Тинитуна. И мы двигаемся дальше, друзья. Что у нас тут по счету Наполи? Там он шишечка, где-то шишечка, шишечка красавица. Гоу-гоу, к нам шишечка. Давай-ка скорей-ка мы тебя поедим. Золото ты наше. Давай, давай, скорей. Ну не туда не ходи, налево не ходи, ходи направо. Шишечка. О, я заманиваю эту нетуду шишечку. Шишечка. Ля-ля-ля-ля-ля. Да, шишка, шишка вкуснее, базаров нет. Так, а что у нас с Наполи? Это с Наполи, с Наполи. Наполи убегает во все лопатки. Чудо, неужели все зайдут? Нет, отмансил, 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 отмансил. Опа, перезахватит, опа, перезахватит. От тех ушел. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Да, я считаю, надо с Наполи разобраться. Мое мнение. Субъективное. Ну, шишечка была такая хорошая. Просто прелесть. Три лодки в минус у нас. Ой, кого? 6 в минус у нас. 5 у противника. Ошибся, сори. Сори, сори, сори. Сори, сори, сори. Ну-ка, по шишечке, что у нас получится? Ай-яй-яй, хорошо. Захватит бачок у шишечки. Ой-ой-ой-ой. Наша шишка. Наша. Наша. Бля. Заберут, доедят нашу шишку. Что за народ, блядь? Наполи-то ушел. Наполи ушел. Так всегда и бывает, блядь. За шишкой погонишься, Наполи упустишь. Нет. Шишка
оказалось прям 4 лодки у Тинитуна, 5 у нас осталось и 6 у противника. И опять на горизонте планирование Наполи. Наполи. Еще по поверхности быстро носиться. Наполи, дайте нам Наполи. Нет, Наполи свалил. Пускай Сент-Винсент с ним стреляет. Блять, спать хочу, не выспался, блин. Только шары продрал, блять, пошел комментировать реплеи. Ой. Нахиму. Наполи возвращается. Наполи возвращается. Как я понимаю, Тинитун идет брать точку. Ну, особых вариантов, да, никаких нету. А сейчас Винсента собьют. Захват. И точка А пойдет. Похер. Нет, успел. Успел. Чат ожил. Кого-то трахнули, блядь, чат ожил. Как только кого-то трахнут, чат оживает прям мгновенно. Тропаус доел одну лодку. Ё-моё, блядь. Ё-моё. Что делать, что делать? Точку захватывать. Тут вариантов-то особо нету. Так, Петропавловск, Смоленск, Иннополи недобиты, недоедены. Черный Смоленск. Ну что может быть лучше? Только два черных Смоленска. Вообще лучше, конечно, три черных Смоленска. Ой-ой-ой. Что это парню не нравится уже? Ну, правильно, да, когда тебе в задницу прицелился подводник. Нет, уйдет. Нет, не уйдет. Отлично. Вот так вот, да. Когда на тебя охотится Тинитун. Ну-ка, где взрывы? А, вот они, вот они. О, парень, плохи твои дела. Все, кракен. У нас кракен. Черный Смоленск. Форт. Черный Смоленск. Форт. Да. Сент-Винсент у нас сражается. Что как-то, блядь, вот Наполи этот ни к селу, ни в Красную Армию. Ой-о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 й. Тоска дремучая. Сейчас доедят и Сент-Винсентом. Да, да. Ой, катастрофа, блядь. Катастрофа. Но у нас трудовой кракен. Ой-ой-ой. Этот гад летит на нас. Командир, нас обнаружили. Да, сорвали захват. Неудачно ты приехал. Наполи в этот раз вот прям наверняка неудачно. На 500% неудачно. На, братик, тебе импульс. Со всей широты души. Нужна разведка. Какие-то у нас торпеды. Нужна разведка. Понятно, что происходит. Вот это да, вот это хорошо.
просто хорошо, шикарно. А вот это еще лучше. Ну-кася, ну-кася. Ай, блин. Нужна разведка. Ну, остался подводник, тинитон и авианосец. Ну, зато все фраги наши. Пипец. Приехал в мир. Забуксовал. Забуксовал. Кто тут у нас? Ё-моё, блин. Ну ладно, проходи, дружище, проходи. Опять на мель. Ё-моё. Ё-моё, мы не на тех охотились. Вся банда здесь собралась, захватили нашу точку. Если вот так. Ой-ой-ой, как больно это летит на минном поле, ё-моё. Вот же зараза. А, так это наше минное поле. Фу. Идет разрывка защитных лодок. Нет, 40 тысяч не заберется на поле. Не заберется, ребята, не заберется. Буркуй, наш выбор буркуй. Тинетунчик забрался в самый малинник. В самый жир. 22 секунды, блядь, ему осталось. Поддержка. Нужна разведка. Три штурма и один абордаж. Ё-моё, блядь, Бургунь. Худой, стой, Бургунь. Подожди, красавица, 2000 верни. Все наша, Бургунь. Вот это бой. 7 лодок. Да, ну чё, Наполи? Наполи на повестке дня. Вечно живой Наполи. Нужна разведка. Нужна разведка. Нужна разведка. Блин, свет нужен же, нужен свет, Тинетуну, ты чё? Авианосец, зараза, блядь. Ес. Тинетуна забрали. Да, еще бы чуть-чуть. Еще бы, ну. Ай, уйдет. Ё-моё, уйдет. Это трагедия, блядь. Ушел. Да. 7 фрагов, друзья. Вот это да, вот это бой. Кто-то из вас в одном бою забирал 7 трудовых, а не подсосных лодок противника? Чё-то я сомневаюсь. Да, 34-30 секунд до конца. Бой просто, ну, из разряда охерительных. Короче, дальше только эмоциональные, восхитительные эпитеты, синонимы. Бомбы какие страшные. Ой, ужас. Мины, вернее. Кошмар какой. Наполи. Блять, надо было это Наполи все-таки убить. Но тогда бы не было 7 фрагов. Жалко, проигрыш. Бой просто отличный. Ребята, лайк, подписка.
хвалебные комментарии такой прекрасной игры, такого замечательного игрока. До новых встреч, друзья. Обидно, что поражение. Обидно. Давайте посмотрим результаты этого прекрасного боя. Да, 182 тысячи, 7 фрагов, Кракен. И всего лишь 2593. Странно, но 7 фрагов, друзья. До новых встреч. До свидания.